Е-каталог – отличный сервис, который поможет тебе сделать самый выгодный выбор при покупке любого товара. Захотел новый телефон или видеокарту – не проблема, заходи на сайт. Подбор по параметрам поможет с легкостью выбрать нужные товары, которые вы сможете сравнить по цене, по доставщику и по другим параметрам. Также там есть куча отзывов, фото и даже видеообзоров на каждый из товаров. Е-каталог не продает товар, он находит для вас самое выгодное предложение по вашему запросу. Ссылка в описании. Приветствую всех, с вами Феномен, и сегодня великое возвращение подборок по стриму, да, то есть каких-то рафланных моментов, забавных, смешных и не смешных, тупых, супер тупых моментов из стрима. Предупреждаю, что в этой подборке будет много минус ушей. Еба! И всякой черни. Поэтому, если вы пусси-бой, то обязательно не смотрите дальше это видео. Если ваши ушные раковины супер нежные, то тоже не смотрите это видео. Подборки теперь будут в новом формате, ими буду заниматься лично я сам. Ладно, чтобы это все не затягивалось, единственное, что я хотел сказать, чтобы вы не особо ругались, что в видосе супер много старых моментов, потому что я не мог. Я просто не мог их взять и выкинуть. Их просто супер много, и они все супер смешные. Пусть и супер старые, там, с начала Ведьминого леса есть моменты, но тем не менее, это целый контингент, просто целый континент контента, и сейчас у меня есть где-то примерно 50 гигабайтов контента, если учитывать, что один стрим весит примерно 2 гигабайта, то как бы 50 поделить на 2, это миллион. Да, миллион. Просто миллион контента. Там, ну, в среднем где-то примерно 8 часов контента. Я, конечно, буду это заливать все частями, и у нас получится просто такой мини-сериальчик супергодного контента, который я максимально могу выжать из себя, да? Супер максимально смешной контент, в скобочках. Мой контент, который как бы, ну, такой себе, на любителя. Единственное, что я попытаюсь сделать хорошую динамику в ролике, поэтому поставьте лайк обязательно, поддержите возвращение смешанных рафляных видосов, не знаю, их будет супер много. Я постараюсь выпускать их каждый день, но как получится, я не знаю. Поэтому ставьте обязательно лайк, смотрите все видосы, нужны просмотры, нужны новые подписчики. Спасибо всем, кто подписывается, всех люблю, целую. Пишите в комментарии, не знаю, нравятся ли вам еноты. Ставь лайк, если нравятся еноты. Не-не-не-не-не-не, давайте так. Если этот видос соберет 3000 лайков, сразу же, ну, то есть через день, выйдет новая часть, а? Нормально? Нормально. Все, поехали. О май гад! Алло, мы тут в загадки играем или что? Минус-минус-минус 20! Fuck you! Кау? Есть бустака в КС, но я этим не занимаюсь, потому что, ну, мне неинтересно играть ладдер, да и какой с меня бустер. Но у нас есть замечательный модератор в паблике. Анда, который этим делом занимается, но в легенду 2800, как бы, да. Не реклама, не реклама, не реклама, если кто-то вдруг хочет в легенду 2800. 1500 легенда у вас в кармане. Забанить, забанить, забанить! Играешь вов? Да, вот, рогу 5-го левела качнул. Это считается, что я играю или как? Непонятно. Я играю по гайду гнума. Он сказал, что вов играют... Ну, не обязательно играть вов. Достаточно знать... Если как бы ты за Орду, то Альянс Сасад. А если ты за Альянс, то как бы все равно Альянс Сасад. За Альянс! Да нет, тебе нужно знать только две вот эти штуки, чтобы играть в вов. Если ты знаешь, кто Сасад, то ты вовер. Чисто поставил, чтобы их сжечь потом доисторическим драконом. Вот это имба. Серьезно, серьезно, серьезно! Да как? Как ты, блядь, это делаешь? Да выгодно мне сейчас сыграть пушку, чтобы бафать стол, а потом уже выставляться, пока у него нету стола. Жалко, у меня нету вообще никаких контрспелов, типа там консекрахи какой-нибудь. Было бы прикольно поставить маленькую, заебахнуть просто бэм. Упыря. Ну можно было, да, упыря. Ах ты ж собака! Я думал, он не убьет. По идее, я еще и пушку просрал. Найс, найс играю.
Господи Иисусе, а! Если скрипт сказал, что ты проиграешь в этой игре, то ты проиграешь в этой игре. И никак ты это не поменяешь. Хорошо сыграно. Блять, опять это... Дежавю какое-то, я уже это где-то видел. Ну ясно, опять ГГ. Как там перемотать до 0-3? Песня про игру на арене. Это да. Говно! Что? Просто что? Да ты вы издеваетесь, алло! Что это за дресня? Опять этот кал! Чем тебя добить? Why not? Why not? Я кто? Я енот, да? Представьте себе. А теперь ломать лицо. Ну что, я пусси бой? Конечно, я в лицо пойду. Do you speak English? Of course. Yes, I am. Не понял. Ты чё, охренел, что ли? Ля, One Punch Man. One Punch! Нормально. Хе-хе-хе. Прикинь, ты вот с этого дополнения начинаешь играть. Ты такой новичок, заходишь, а тебе чудастер падает. А такие люди, наверное, вообще не живут. Потрёс и выпал чудастер, так, потрёс. О! Бум! Найс, найс! Вот это секс! Вот все вместе! А, он не может затрейдить. Ой, блин. Кау! Еба! Показываю. Скилл! Просто скилл! Так, ты там пляшешь, хардбас, нет? Оп, 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 сияющий стегадон пошел в танк. В раш ушел. Хардбас, бас, бас, хардбас, бас, бас, хардбас. Тигадон танцует бас. Тигадону плевать, он танцует бас. Ну нафиг, я ухожу. Извините за это. Каламбур. Дионис против нас играет. Между прочим, с уважением, пожалуйста, относитесь к Дионису. Это как-никак Дионис. Так, ну, пожалуй, с Дионисом мы поиграли. Будем уважать этого человека. И играть с ним не будем. Все-таки это Дионис. Дайте, пожалуйста, следующего. Ну, какой смысл играть? Я с первой секунды понял, что я проиграю, типа. Стрелы не залетели, первые карты какое-то говно. Чел начинает 4-3 и секрет. Какой смысл играть дальше? Да по-любому эта карта глыба. 100% просто. Блин, я сейчас думаю, maybe мне стоило просто 7-7 на стол ставить. Lick my balls. Интересно, какое будет следующее дополнение? Да, это хер угадаешь. Что-нибудь с троллями. Про это дополнение говорили, что будут эфириалы. Близов просто не раскусишь. У меня есть подозрение. Знаете, почему не добавили в этом дополнение мурлоков? Потому что следующее дополнение будет про мурлоков. И типа там будет куча мурлоков. Что-нибудь такое. В этом есть какая-то логика? Логично. Если вдруг вы не знаете, как считать, учу один раз. 8 плюс 8 плюс 8. Огромная колбаса. Малегаса выбил. Там друид есть на Малегасе. Найс, играешь. О май гад.
Молодец. Ну, молодец, паладин. Тупо на паладине. Мы почти сетапим летал. Почти. Паштет. Не хотели бы вы немножечко гусиного паштета? Нет, у меня паштет из крокалиска. Что? Это здесь стрим с полным хохотачом. Ой, тут такой хохотатач вообще. Ты что, дурак, что ли? What the fuck is this? Как-нибудь дожмем. 2 минуты спустя, сука. A few minutes later. Давай. Давай, пес. Давай. Опа, подожди. Ахалай-махалай. Сука. Ахалай-махалай. Пес. Раз, пес. Пес такой ты пи***ц, конечно. Только не молния, только не молния. Все что угодно, только не молния. А. А. Хорошо. Давай, жми. 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 A few minutes later. Да пошел ты! Я тоже думал, как бы повезло. Да. Вот был бы я казахом, по-любому бы выиграл. Потому что казахи сверхлюди. Я как паровозик Томас. Сейчас бы ливану от Харсона, серьезно, все. Спасибо.